Дорогие наши поклонники или просто зрители нашего YouTube канала, сегодняшняя новость пришла к нам буквально час назад. Это очень большое горе и страдание для всей России или для всей страны. Сегодня один из российских телеграм-каналов сообщает нам ужасную новость. Мне говорится, что российская оперная певица Анна Нетребко заявила, что через несколько дней она покидает территорию России. Она уезжает на постоянное место жительства за границу. С чем это связано, пока неизвестно, дорогие друзья. Но мы следим за развитием событий. Мы попытаемся на днях взять интервью у Анны Нетребко и узнать все подробности этой трагедии. Будем надеяться, что у Анны Нетребко ничего плохого не случилось. И эта поездка у нее является запланированной. Насколько это правда, насколько это фейк, друзья, еще предстоит разобраться. Поэтому подпишитесь на наш YouTube канал, нажмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропускать свежий выпуск, который выйдет на нашем канале в 10 утра и который для вас приготовили мы. Будьте с нами, дорогие друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.